Десантный вертолетоносец «Тоннер» и фрегат «Сюркуф» военно-морских сил Франции пришвартовались во вторник в индийском порту Кочин на побережье Аравийского моря. Французская сторона возглавит маневры «Ла-Перуз», которые пройдут с 5 по 7 апреля в Бенгальском заливе. В них примут участие страны КВОД, четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят Соединенные Штаты, Япония, Индия и Австралия. Индийские, западные и арабские аналитики рассматривают КВОД как один из инструментов сдерживания Китая. Лидеры четырех стран на встрече онлайн 12 марта заявили, что их коалиция стремится к созданию атмосферы свободы, открытости и сотрудничества в регионе Индийского и Тихого океанов. Пекин осудил эту инициативу, которая, с его точки зрения, эксплуатирует ложное понятие китайской угрозы. По завершении учений в Бенгальском заливе французские корабли возьмут курс на Японию.